Здорово, народ! Что ж, продолжаю свои эксперименты с моей монотональной гитарой. И стало мне интересно, а как бы сыграли два гитариста, если бы играли на двух таких гитарах? Но так как сейчас второго гитариста у меня в наличии прямо на данный момент нету, чтобы он мне подыграл, конечно, интересно было бы посмотреть прямо именно на живое взаимодействие, да, двух гитаристов с такими гитарами монотональными. Но я подыграю сам себе, вначале сыграю просто аккорды, а потом на них сыграю соло, как будто бы играет два гитариста. И поможет мне в этом вот еще вот такая вот штукенция. Так, как вы сами понимаете, это такая специальная штука, которая одевается на глаза, чтобы спать в дневное время, да, вот так вот. То есть я еще и буду ничего не видеть при этом. То есть я хочу закрыть себе глаза и попробовать сыграть. Ну, практически, не практически, а вслепую на этих двух гитарах, потому что, ну, особо здесь лишних нот у нас нету, как мы выяснили в прошлом видео. Если вы это видео смотрите первым, тогда обязательно посмотрите первое видео, ссылка будет внизу в закрепленном комментарии. Что ж, давайте посмотрим, что у меня здесь получилось и какие аккорды я буду использовать. Смотрите, если вы хотя бы знаете минор и мажор, вот такие вот с баре, да, все, достаточно двух аккордов, чтобы просто перемещать эти аккорды куда хотите по грифу, куда хотите. Потому что, как я уже говорил, здесь автоматически аккорды выстраиваются сами и разрешаются они тоже сами. То есть не нужно ничего здесь изобретать. Просто вот, допустим, берем минорный, допустим, какой-нибудь аккорд, либо мажорный, и просто перемещаем в разные части грифа. Ну и, соответственно, соло можно солировать, можно где угодно, просто где ваша душа просит солировать. То есть, ну, мысли по импровизации, они бесконечны здесь. Так, давайте посмотрим, что же у меня вышло. Вот, пишите свои комментарии, что же вы думаете. Ну, тяжеловато все-таки играть полностью закрытыми глазами. Ну, а если вас тоже заинтересовала такая гитарка, пишите в личные сообщения мне. Вся информация в описании, все контакты тоже там. Что ж, до связи, до следующих видео. Я обязательно придумаю что-нибудь еще и какой-то тест, потому что у меня сейчас очень живой интерес к этому. И делаю я некоторые свои выводы. Что ж, до следующих видео, пока.